Меня не выпустили из дома. Мне закрывают рот. Мне не дают передвигаться в собственной стране. Казахстан будет свободным. Мои и ваши дети будут жить в свободной стране. Я за свободу слова. Я за свободу передвижений. Я за то, чтобы Конституция и законы в Республике Казахстан соблюдались. Я хочу, чтобы наши дети жили в свободной стране. Я хочу, чтобы мы перестали бояться. Свободу политзаключенным. Пока в стране в тюрьмах сидят политические заключенные, о демократии речи быть не может. В Казахстане нет демократии. За каждую правду, которую ты говоришь, тебя закрывают. Сколько мы будем бояться? Меня не выпустили из дома. Мне приходится протестовать у себя дома. Высказывать свое мнение. Если завтра со мной что-то случится, я не делаю ничего противозаконного. Делайте выводы, в какой стране мы живем. Я хочу, чтобы мои и ваши дети жили в свободной и богатой стране. Свободу политзаключенным. Пока в стране есть политические заключенные, демократии, о демократии речи быть не может. ООН, ОБСЕ, Евросоюз признал, что в Казахстане политические заключенные. Казахстан врет и отказывается подтверждать это. У нас подписаны международные соглашения с Европейским Союзом. Права человека в Казахстане не соблюдаются. Нас гнобят, прессуют, давят, закрывают рот. Всем здрасте, кто присоединился. Свободу политзаключенным! По-моему, все пожалели, что меня не выпустили из дома. Лучше б я пошла на митинг в 2 часа. Я хочу, чтобы Казахстан был на первом месте в мире. Мы богатая страна. У нас все природные ресурсы. Мы можем быть по-настоящему независимыми. По-настоящему. Сколько можно бояться? Если я сегодня промолчу, завтра коснется моих детей. Моих детей будут прессовать, гонять, не выпускать. Наша полиция занимается государственным террором. Полиция не работает по закону. Полиция не соблюдает закон. Полиция работает по преступным приказам, выполняет преступные приказы. Свободу политзаключенным. Казахстан будет свободным. Я требую свободу политическим заключенным. Мои и ваши дети будут жить в свободной стране.
буду палить заключенным. Так, кто присоединился? Искандер Эримбетов у меня на окошке, Мухтар Джакишев, свободу палить заключенным. Макс Бакаев, Кайрло Омар и Жанат Нуркишев, которого посадили на 15 суток за то, что он подал заявку как раз-таки на проведение митинга 9 ноября. Но каким-то